Так, всем любителям ретро мы представляем новые модели Технопарк. Это восьмера спутник ВАЗ-2108. Советский Союз, какой там, 88 или 89 год, 88, даже может 86, уж не помню, как он там вышел. Значит, коммерционочка, две дверки открываются передние, задний багажничек, шикардосно. Значит, расцветочка есть спорт, есть расцветочка, смотрите какая, ДПС-очка. Классная очень. Можно поиграть во что? Ну, то же самое у нее. Видите, как багажничек открывается классный. Дверки там, все, салончик, все дела. Инерционочка. Все, можно поиграть, погоняться друг за другом. Кстати говоря, эти тачаны есть еще и в красном цвете. Так, и в серебристом. А где же у меня в черном? Неизвестно, куда делись в черном цвете. Вот они, смотрите, какие классные. Просто суперские. Суперские тачаны. Очень классно. Ну вот мне, например, красная, она такая, правдоподобный советский цвет. Тогда были такие. Все вообще супер, супер-пупер. Так, у нас кто у нас? Погоня. У нас погоня. ДПС. Гонится за стритрейсером, за нарушителем, да? Кто придет первым? Так, кто это? ДПС у нас упал, стритрейсер у нас победил. Его не догнали, сейчас его догонят, сейчас его подрезали, он завалился. Так. Все, выходи, все, все дела. Кстати, можно гаражик приобрести. Этой игрухи. Очень классный гаражик. Ретровский. Все дела. Так. О, тут у нас шестеро случайно. Фигаси. Ух ты, Волжана тут в гараже окопалась. Фига себе, у нее там музыка даже сзади. Тоже, кстати, у Волжана все открывается. О, так, багажничек не сильно, но как бы интересно. Так, потом, что у нас тут? Вот так, так. О, смотрите, как у шестеры все открылось. Вообще красиво. Ух ты, ух ты. Так, что, гараж, да? Ну, гараж классный такой, распашной. Дедушкин гаражик. Тут еще маленькая дверца открывается. Ну, чтобы заходить, большую не открывать. Ну, все как нужно. Здесь плита сверху, видите, как... Он разбирается, эта крыша снимается, там все разбирается почти. Ну, сейчас не буду разбирать. Короче, что у нас? Да, можно так вот девяточку загнать. А, у нас не стритрейсер. У нас же была вот. А что, вот дедушкина девяточка так аккуратненько. А, или кто, папина? Кто у нас там? Дедушка? Нет, дедушка, да, такую владеет? Все, 323 номер. Все, у него там девяточка у меня. У меня там девяточка. Вот, смотрите как. Классно все тоже. Дедушка открыл, там ее там помыл, почистил перед, после зимы. Все. Вот она у него. Классная. Поехал? Ну, может, поехал. Ну, что ж, может, поехал. Короче, в гараж влезают две тачки. Можно две там хранить. Очень здорово. Вообще классно. Суперские машинки, чтобы играть. Ну, вообще, немножко своих детей немножко приучать. У нас же была какая-то своя история, своя жизнь. Пусть хоть немножко увидят вообще, чем мы жили вот еще несколько лет назад. А то все, все там на всяких иномарках сейчас помешаны. Немножко надо вспоминать, что и у нас что-то когда-то было. Вон, шестерочка наша классная, 71-го года там какого-нибудь. Вот, так что Волга наша 24-я, черненькая. Ну, красота. Ну, тут ДПС такого не было в Советском Союзе, но... Ладно, типа, может где-то есть еще. Может еще есть. У кого есть восьмерка, ДПС на улицах ездит. Не знаю, бывает такое, нет? Может, бывает. Так что, ребятки, смотрим, покупаем, играем.